Всем привет, друзья, с вами Дима Моисеев. Я сегодня поиграю в игрушку, довольно-таки игрушку моего детства, под названием Hill Climb Racing. Так, денег мне на аппарат не хватает. Ну, это тоже. Давайте-ка покатаемся здесь. Я думаю, вы все прекрасно знаете эту отвалили нахер игру. Ой. Ой. Я не хотел. Все, погнали. Здесь довольно такое, средненько по сложности управления. Кажется, знакомая музыка все-таки здесь играет. Ой, тихо. Тихо! Покуха, Петруха. Так, топливо тоже надо взять. Да, физика здесь, конечно, прикольная. Аккуратно, братан. Я когда был мелкий, я вот игру обожал просто играть. Я прям её задротил сутками. Не особо... Стало пофигу. Вот я решил пояснить видео. 4 самоцветов. Растин 342. Окей. Окей, все, отстань. Я хочу заново попробовать. Мне этот заезд вообще подрастить. Вот до 400 метров мне надо ехать. Блин, я забыл, что 10 же есть еще тормоз. Так. Эти мосты, конечно, поганые, они меня немножко пугают. Я хочу у них накопить готовый транспорт. Я хочу на новую локацию. Там даже пустыня будет идти. Тихо. Блин, вот как ты топливо не взял-то? Ё-моё, ты придурок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не надо. Вот пад там не надо, Фил. Я хил его звать. Его звать, кстати. Я буду его звать Боба. Нет, я буду за хил. Я буду за Фил, вот. Сколько надо метров достичь? Какой ты в воздухе? Чужой подлетел! Ё-моё, это почти что сальто было. Это мортали нафиг. Вот их избить, водитель, сдох. 487 метров я проехал. 75 на кроссовый мотоцикл. Чудовище сотку на трактор, сотку. Давай-ка чудовище на себя накопим. Или на мотоцикл, не знаю даже. Гараж там еще есть. Здесь можно транспорт и прокачивать тихо. Тихо, не надо встать дыбы. Да, тебе не такой уж аркадный автосимулятор. Физика здесь все-таки классная. И прочие даже интересные и забавные. Так, мне надо сейчас проехать 600 метров. Тихо, ёпта. Прошу прощения. Следующее видео будет, скорее всего, опять по PvZ1. Я надеюсь, что я там уже пройду пляжную локацию, пляжную бассейную, бассейновскую локацию. Там мне осталось до России получить. Но зомби открыть. Пройти уровень с конвейером и все. И будет другая локация. А следующей серии уже будет и добить это все. Потому что меня уже самого немножечко начинает бесить этот пляж, хотя не настолько, как на ночной локации. Блин, ну вот... Блин, немножко не повезло человеку. 444. 4, 3, 4. Нет, такие, я могу уже купить новый так. Уйди. Да уйди! Блин, дебилы. Так, ладно. Здесь есть пустыня, Арктика, шоссе, пещера, луна. Я помню все эти локации. Курс модул бойца. Вот на нем я не играл, кстати.
На Марс я едем на Рождестве. Слушай, планета, арктическая пещера, это все было. Лес, гора. Лес, кстати, довольно трудный был. Рагнарёк, вот этого я там не ездил. Ну, вроде я однажды мы тут... Мой брат взломку скачал, старший. Я мог кататься почти на всех локациях, какие были на тот момент. Это было офигенно, на самом деле, достичь 600 метров. Все, скидываю себе, короче говоря, 100 тысяч, 100 косарей на этот, на чудовище. Ну, или хотя бы 75 косарей на кроссовый мотоцикл. Не кроссовый, как правильно? Он кроссовый. Господи, часы в иконце прям громко тикают. Я не знаю, будет ли слышно на записи, скорее всего, нет. Я сижу на полу, они там на стене висят, почти на потолке. Нет, не-не-не, братишка, не переворачиваемся, только. Как мы там быстро все преодолеваем, сука. Это, наверное, не надо ругаться. Что я делаю? Уйди. Нет, две вознаграждения. Я без них профессионал. Блин, знаете что? Я вот думал, что уже вот сегодня уже последний день учебы и все, и весенние каникулы. А нет, я лох. Я просто тупой лох. Каникулы, последний учебный день во вторник. А сегодня пятница. Вечер пятницы, вечер пятницы. Это, кстати, офигенный вечер пятницы. Я обожаю вечера пятницы. Если никаких косяков нету, я это обожаю. Если никаких проблем нет, я это не так очень круто. Тихо, братан. Братан! Не бомби. Не бомби ни дома, и дома не бомби. Тихо! Тихо. Не-не-не. Аккуратно. Да-да! Вот езжай аккуратно, пожалуйста. Не разбей свою тупую башку в бути. Да, мы-то все больше и больше. О, новый рекорд. Дай-ка, даже на шестихатку. Добьем. Нет. Ладно, хватит на сегодня. Я хотел немного снять. Хилл Клаймбер. Одноколесник, фургон хиппи, квадроцикл, багги. Багги, вот я не помню такого крутого. Квадрика не помню. Наверное, колесик я помню, мой брат. Я был из-за... Когда брат на кучу денег сюда был. Когда он, короче, горозонку скачал. Автобус я вот помню. Что такое ночную точку? Не была, по-моему, такая. Не была. Барашковый винт точно не был. Не, гоночная была, барашкового винта не было. Полицейскую я помню. Прикольно, кстати, была тачка. Скорую помощь помню. На электрокаре я не ездил. Супердизель был такой. Родильная машина была. Драгстер был. Пожарка, ну я на ней не катался. Вот на мотике я тоже не катался. А, да, не катался. Диско подвеска не катался. Вот на танке я катался, помню. На снегоходе вроде не катался. Дорожник, вот точно на нем ездил. Не, наверное, светлесник хоть и тоже ездил. Грузовик. Что там есть? Так, ладно, грузовик был. Багги был обычный. Экраноплан был. Мини-байк, помню. Биг Финджер. Угу. Удельский экспресс прикольный. Севший, ну, наверное, не ездил. На ракете не ездил. На хатроде, кстати, был прикольный кататься, но я не ездил. Мутант, элитный автомобиль, ё-моё, у меня тоже не было, Сани тоже их не было. Всё дорого стоит, наверное. Дебил. Ну ладно, давайте на этом заканчивать, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, всем до встречи, всем удачи, всем пока.